Зима разделила мир на две части. Она же только через час должна была быть. Пока одна половина радуется приходу зимы. Каждый день мы так. Остальные недовольны. Гад сидит в тепле. Одни кайфуют, другие тоскуют. Кушать не могу. Выход есть. Какой подарочек ты приготовил мне? Гоп! Все сбудется. Ваня, это волшебно. Провести зиму всем вместе. Ну, всегда так весело, да? Бывает и веселее. На СТС Лав.